Вот, всем доброго дня. С вами канал 7 на 8 и инженер Андреев. Сегодня у нас тема нашего блога — зимний велосипед. Вот он, собственно. Значит, сейчас я вам продемонстрирую, как говорится, the weather condition. Никого тут нету. Вот. Значит, у нас жуткий гололед. Просто каток. Вот это называется icy road. Вот. Я не могу даже гулять пешком. Потому что еще падает снег. У нас выпал ледяной дождь. Вот. И я сегодня переодел шипованные шины. Вот они, мои шипованные шины. Где они? К свету. Вот, я шиповал еще давно. У меня комплект как бы был. Вот, на задней оси они подрезанные шипы, потому что там они не проходили вилку. Но я на них прекрасно сегодня съездил на этом велосипеде на озеро. Вот, у меня развалилась трещотка. Она решила вдруг отдать концы. Да, Русик. В общем, сегодня тема нашего велоблога будет зимние забавы. Значит, хочу сказать, что насчет вот этого стелс-навигатора. Вот говорят, пластилиновая рама, тонкие трубки, очень мягкие. Слушайте, для зимы это то, что надо. Значит, у меня... Скажите что-нибудь. Вот, у меня, значит, два зимних велосипеда. Может быть, больше, я не уверен. По-моему, их больше. Значит, замена трещотки. Там прямо шарики выпали. В общем, я обратно ехал на такси. Вот, но шипы держат прекрасно. Да, Русик, тебе ли не знать о шипах все? Ты у нас с когтями. Вот это бревно, это будущий тренажер Винчун. Вот, вообще тут помойка, но такая она деловая. Вот, ну, в общем, вот стелс-навигатор на таких полусликах зубасеньких. В принципе, они у меня тоже под шиповку. Тут есть отверстие, надо просто привести этих шипов побольше. Вот кому не показывал, значит... Прекрасный передний багажник. Это с Камы. Вот, я на нем привожу 20 литров воды. Вот, задний багажник тоже с вот этой вот прекрасной защелкой. Вот, да, Русик. Так что жизнь кипит. Вот у нас very funny weather condition. Вот, на этом специальный выпуск журнала 7 на 8, значит, завершен. Так, что еще? Что-то можно еще сказать на камеру? Ваши впечатления о жизни. Наши впечатления о жизни. Вот, живем понемножку, полный подвал овощей. Картошка, морковка, лучок. Вот, закупил 5 буханок хлеба right before the icy rain. Значит, вот, значит, что мы делаем? Утепляем маленькую комнату, там нет полов, там icy hall. Значит, вот. Морозов пока нет особых. Воду дают по расписанию. Среда, суббота. Вот, рядом лес. Шьем из кожи. Развлекаемся как можем. Все, на этом всем спасибо. До связи. С вами ваш Кирилл Андреев.